Новые нормативы энергопотребления планируют внедрить в Казахстане, в частности, ввести в стране энергоэффективные госзакупки. Они позволят обеспечить снижение энергопотребления в госучреждениях, а также придадут импульс преобразованию отечественного рынка энергопотребляющего оборудования. Для этого сейчас разрабатывается соответствующий законопроект. Как отмечают в Минэндустрии и инфраструктурного развития, в документе также прописано введение на крупных предприятиях должности энергоменеджера. Вместе с тем предусмотрен и ряд других норм. Это установление нормативов энергопотребления, мониторинг их соблюдения, бенчмаркинг и выдача соответствующих рекомендаций по энергоэффективности. Главная его цель – способствовать снижению энергоемкости ВВП на пути к зеленой экономике.